Дингас, проводивший на своем поле последний матч в сезоне, вовсю покуражился над крепким середнячком лиги Кубанью, уже в первом тайме не оставив камня на камне от обороны гостей. Зачинателем разгрома стал Талалаев, замкнувший навес слева призетка. 1-0. Несмотря на то, что счет тут же сравнялся, через 5 минут защитники краснодарцев весьма робко повели себя при выполнении хозяевами штрафного, а вратарь Кубани Клешторный явно опоздал с броском. 2-1. Игроки обороны гостей, видно, были не слишком озабочены проблемой помощи своему голкиперу. Вскоре стоящие манекенами краснодарцы позволили призетка вновь унизить Клешторного. 3-1. Беспредел в защите продолжался. Сонные южане с трудом волочили ноги по замерзшему полю, и атлетичные тюменцы без особого труда комбинировали вблизи штрафной. После 4-го гола призетка стало ясно, что сибиряки близки к своей очередной крупной победе в сезоне. Луговкин решил, что забивать сегодня можно с любых расстояний, а расстроенный Клешторный его надежд не обманул. Во втором тайме Дингас довел игру до логичного итога 6-2, но вряд ли счет говорит о явной разнице в классе. Поле лед, мы выходили в кроссовках на шипах, а они выходили в бутсах просто. А вот, им было труднее.